Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас расклад о жаркой любви, об отношениях. Расклад будет и для мужчин, и для женщин. Какие же мы будем затрагивать вопросы и на каких колодах смотреть. Пока я рассказываю, если еще не подписаны, не забудь подписаться. И мне приятно, и тебе для взаимообмена энергии. И смотрим. Буду говорить он, она в третьем лице, так как мужчины тоже смотрят эти расклады. У нас расклад «Жаркий огонь любви». О чем же пойдет речь? Будем выяснять, как он видит отношения, как она видит отношения, какие действия способны, не способны совершить, и что ждать от него, от нее. На каких колодах будем смотреть? Первая колода Таро «Чувственных наслаждений». Убирайте колоду обязательно в комментариях, пишите, какую колоду выбрали. Колода 2 «Монара». Колода 3, естественно, Казанова. Давайте посмотрим, о чем у нас пойдет речь для тех, кто выбрал колоду номер 1. Очень большой расклад. Я не буду довольно долго заострять внимание, иначе мы только на одной колоде на час зависнем. Поэтому давайте смотрим. Выбрали, да, кто он, кто она. Если смотрит мужчина, я говорю в третьем лице, понимаете, что если загадываете, то смотрите на себя. Если она, да, женщина смотрит, понимает, что интерпретирует она для себя. Ну, или же есть вариант, можете про какую-нибудь пару задумать, загадать. Итак, что у нас по отношениям? Его отношение к ней. Для тех, кто выбрал колоду номер 1 Таро чувственных наслаждений, его отношение к ней. О, отношение-то в любви находится. Он просто выдерживает ее натиск. В принципе, отношения хорошие. По крайней мере, его отношение к ней, оно благоприятное. Ее отношение к нему. Она хочет быть под защитой, но почему-то все равно чувствует какую-то одинокую такую скорбиночку, грустиночку. Все равно ей одиноко в этих отношениях бывает. Как он видит их отношения? Он видит отношения таким образом, что это он управляет отношениями. По крайней мере, он хочет, чтобы было так, как он сказал. Так как она видит отношения, она растворяется в этих отношениях. Какие действия по отношению к ней он планирует? И какие реально совершит, какие действия планирует, на берегу договориться, планирует. Пока действия будут на изучение партнера. Он пока будет женщину изучать. Он, чтобы ее изучить, конечно, будет мягким и податливым. Чтобы понять, принять, подумать, какому эгоизму подчиняться, какому нет. Чтобы, конечно же, все равно добиваться своих целей. Благорасположенности, да, чтобы от женщины добиться, надо еще и узнать получше. Ну, и слабые точки, и сильные, конечно же. Реально он совершит, он будет реально, да, узнавать. Какие действия по отношению к нему она планирует? Связать узами брака и обязательствами. Какие реально совершит? Но она будет поддаваться на меркантильные интересы, на интересы ради секса. То есть все-таки мужчина побеждает, скажем так, и обыгрывает женщину. То есть есть тот момент, что хочет она серьезных отношений, а приходится увиливать, юлить, чтобы тоже получать какие-то плюшки такие из отношений, чтобы как-то добиваться, да, какого-то результата. Ну там, чтобы деньги давал, чтобы поддерживал моральные и так далее. А он, конечно же, будет согласен на это все, да, и чтобы свое заполучить, он будет давать эту энергию, взаимообмен энергии, может быть. Но, как видите, все-таки не идет такая официальная вещь. Да, брак тут пока не идет. Вроде как он в обязательствах желателен, его хочется как-то реализовать, но пока вот так. Какие отношения он способен дать и не способен дать.
Ну, пока из пустого в порожнее. Звезда она светит далеко, где-то там мечтательно все. Звезду с неба достанет. Не способен позаботиться пока что. Как заботливый папочка, пока не про него, пока не готов. Как понятно и видно из расклада, что просто пока вот изучает. Пытается договориться на берегу и пытается сделать все так, как он хочет. Какие отношения она способна дать? Любовь. И какие отношения не способна дать? Ага, вот тут как раз у нас и валится взаимообмен энергией. Вроде как женщина, чтобы получить что-то, придется взамен давать сексуальную энергию. А хотела бы, да, чтобы было вот, ну, более официально. Ты мне вот это, я тебе вот это. В принципе, человек-то ведется на это все. Мужчина может подчиняться. Но она взамен тогда не может дать ему то, что он сильнее. Да? Она понимает просто, что то, что у нее есть, у него все эти качества усилены. И вряд ли она сможет, да, свои качества как-то дать. В этом плане. И тем более манипулятивные. Но слава богу, что манипуляцию не будет тут давать, хотя попытка есть. Попытка манипуляции, конечно, есть. Давайте посмотрим, что он ждет от нее. Он-то ничего не ждет. Это она слепила его из того, что было. Ну, по крайней мере, как минимум сказки, хочется же, да, этих иллюзий. Чтобы все хорошо было. Хотя бы в них пожить уже очень много дает, хотя бы там счастье, радость и удачу. Что она ждет от него? Ну, чтобы все-таки он какой-то ее эгоизм притворял в жизнь. И давайте посмотрим на динамику отношений, вообще в принципе, на дальнейшее развитие. Динамика отношений его, если будет манипуляция продолжаться, дороги открыты, будет избегать конфликтов, куда хер, туда и ноги. Да, чтобы избежать этих конфликтов, можно ретироваться. Она, нет, конечно же, она не будет пускать. Дает, бери, бьет, беги. А мужчина будет наслаждаться женщиной, чувствами женщинами. Женщины, конечно же, она не отпустит. И что между ними будет, загадывайте срок, какой срок у нас. Вторжение в приватность, но в принципе запросы у женщины большие, мужчина постарается реализовать все запросы, которые женщина в принципе от мужчины хочет. Хороший расклад, неплохой получился, про жаркий огонь любви, про отношения. Отношения, как ни странно, со своими косяками, но в целом будут складываться благоприятно. Есть, конечно, моменты, которые мужчина может дать переизбытком, которые женщине не совсем нужны. И наоборот, женщине нужно то, чего у мужчины нет, а придется в этом расти. Но такова уж суть отношений. Чтобы добиваться женщину, надо обязательно что-то доказывать, ради нее что-то совершать и ради нее. И финансово, и денежно, и морально расти, и давать то, чего она хочет. Потому что мужчина же хочет такой расположенности хорошей к нему, чтобы женщина, конечно же, ему тоже давала то, чего он хочет. А тут ясно, что все сексуальные подтексты – это самая дорогая валюта, да, сексуального увлечения. Конечно, и женщина это использует, и мужчина. Это у нас была первая колода Таро чувственных наслаждений. Для тех, кто выбрал колоду номер 2, колода номер 2 это у нас Монара. Ну что, жаркий огонь любви. Смотрим его отношение к ней, кто выбрал колоду номер 2. Но он не пускает ее куда-то. Прямо она провоцирует его, он провокации не понимает. Она провоцирует его на что-то хорошее, а он ведется на провокацию, его неправильно интерпретирует. И совсем другое получается. Ее отношение к нему. Она с удовольствием бы вместе проводила время, куда-нибудь ездила, путешествовала, вместе отдыхала. К
какие-нибудь планы вместе совместно и строила, и легко, в принципе, относится, ну, довольно влюбленно. Как он видит их отношения. Но пока он думает, что они не затронули приватность друг друга, не обидели, хотя тут серьезно можно присмотреться друг к другу. Он присматривается, как она видит. Она его, скажем так, в некотором роде дразнит, но для нее это унизительно. Не хочет быть униженной, растоптанной, хоть и легко относится, но из-за того, что он не понимает эту провокацию, она-то хочет любви, обнимашек, а напрямую сказать не может. Приходится завуалированно намякивать. Что-то ее намеки не были поняты, синтерпретированы неправильно, а оказалась вот в таком положении. Какие действия по отношению к ней он планирует совершить и какие реально совершит? Тут больше, конечно же, об анализе. Оба они такие анализаторы. Действия он будет совершать только тогда, когда она будет провоцировать. Да и она тоже знает, когда и как, и чем ее спровоцировать. Это о такой паре, которая уже давно друг друга знает и знает такие слабые места. Какие действия реальные, так это обиды. Но обиды такие поверхностные, не подходи ко мне, я обиделась, ах, вот у меня вот так, я не совсем вот это вот хочу. То есть обидка это может пройти, да, реальные действия будет зажатость, ветреное такое состояние, ах, вот я имею право, хочу обидеться. Поэтому тут может быть обида. Она вот такие вот реально может совершить действия. Вернее, он, да, может совершить. Какие действия по отношению к нему она планирует и реально совершит? Планирует-то, конечно, она самодовольна и самодостаточна. Может тайно мстить, а может и не тайно, но дело идет о мести, о том, что ей неудобно, когда ее прижимают в таких отношениях. И мужчина не понимает, что женщина хочет. Вместо того, чтобы на ее истерику ее обнять, он наоборот начинает с ней ругаться. Это неудобные отношения. То есть провокация, ну вообще тут непонимающая пара. Мужчина очень грубо относится тут к женщине, и тут больше расчета с его стороны. Ну и она уже тоже включилась в этот расчет и в обиду, в эту игру с обидой. Давайте посмотрим, какие отношения он способен дать и не способен дать. Хочет, чтобы она была пораскрепощеннее, и в принципе он в некотором роде ее тоже так провоцирует, чтобы она была более открытой, более интересной для него, потому что она для него до сих пор закрытая книга. То, что не способен дать, так и не даст, не сдвинется в ее сторону, не будет унижаться перед ней. Слишком великим себя считает мужчина. Какие отношения она способна дать и какие отношения не способна дать? Отношения иллюзорные. Она прямо-таки в розовых очках. Тут даже по раскладу, мне кажется, она не понимает, с кем она и с чем играет. Иногда с жестокостью, иногда с провокацией, иногда с унижением. Отношения в иллюзии, она до сих пор с этим мужчиной. Для мужчины тут совет такой, что надо понять женщину, принять, узнать, чего же она хочет. Возможно, вы перестали проявляться как любящий мужчина. И иллюзия появилась же не просто так. Влюбилась в то, что было, а уже человек изменился. Пока в розовых очках. Женщина хочет быть любимой, любить. Но она находится в розовых очках, не понимает, с кем и с чем она, собственно, играет. Что ждать от нее? Давайте посмотрим. Любви, конечно же. Тут прям действительно карта такая выходит. Любовь садомаза. Она готова себя истязать и истерзать ради него. И что она не способна дать? Не выдерживает садомаза любовь и не способна также дальше легко относиться ко всему.
Давайте посмотрим, что он ждет от нее, что она ждет от него. Никак он не проявляется, поэтому ей приходится действовать самой, а он ждет, когда же она поймет, что он не тот мужчина в ее жизни. Давайте посмотрим на динамику отношений. Он, она и что между ними будет загаданный срок. Он больше думает о себе, о своей недолюбленности, о своих проблемах, такой одинокий волк. Она уже, ну, тут в динамике будет бояться, осознает и поймет. Да, есть страх всего, страх остаться униженной, страх заболеваний, страх, что так и надо будет, так и надо будет самой проявляться. Страх в этих провокациях, не зная, как сказать, женщина не понимает. Лучше тут совет для женщины: говорить напрямую, что хочется от мужчины. Обними меня, поцелуй, мне нужно так, мне нужно то. Иначе все это развалится. А он, да, как будто, как бы этого и ждет. Пока идет флирт, в дальнейшем развитии сильно разные и культурные, и социально расслоенные люди, слишком разные. Пока общего ничего по этой карте нету. Кроме флирта, дальше никуда дело не заходит. Ну, то есть, поигрались, да, поматросили и бросили. То есть, вот это переосмысление все-таки сыграет свою роль в отношениях. Это была колода номер 2 Монара. Быстренько мы посмотрели. Кому нужен подробный расклад, личный уже индивидуально, именно по этому жаркому огню любви, естественно, жду вас. Все ссылки в описании указаны на расклады. Куда мне писать и как со мной связаться? Кто выбрал колоду номер 3? Это у нас Казанова. Давайте посмотрим его отношение к ней. Хорошие отношения. Есть, конечно, интересы, но интересы уже стабильные, интересы уже семейные, интересы уже или мы долго живем, да, тут все есть, и любовь есть, и быт есть, но быт такой благородный, благоприятный. Удовлетворены все материальные, духовные потребности, и, в принципе, чего бы еще желать. Ее отношение к нему требует от него выполнения обязательств, ей почему-то мало. Конечно же, он сопротивляется, прямо, да, может рубить по этим обязательствам, ну, там, сделай полочку даже, да, начать с этого, и то может в конфликт перерастать. Она просит больше, потому что уже как бы все есть, а женщина не может так, не может остановиться. Она все устраивает и устраивает, и благоустраивает уют, ставит это мужчине обязательством. А для мужчины это довольно тяжело, это же прямо серьезно становится, серьезным обязательством. И как тогда вот с этим быть? Или несерьезно относиться, ну тогда и полочки никогда не будет. Давайте посмотрим, как он... И она видит их отношения. Она. Он все-таки официально вместе живем или замужем. Все-таки все правильно, все четко, точно и логично. У человека все по полочкам в голове разложено. Как она видит эти отношения. Ну, тут она, конечно, гармонично видит, но все равно что-то от него ждет. Дальнейших подвигов, дальнейших каких-то моментов отношениях, ну, какого-то развития, чтобы не застаивало все, хотя в благоприятном положении пусть оно и постоит, чё бы и да. Какие действия по отношению к ней он планирует, какие реально совершит? Тут идет предательство, разговоры о предательстве, о том, что, ну, ему все предается, надоедает. Но реально он совершит все-таки тут какие-то встречи, реально пока не бросает, да, не предает. Хочется предать, это называется, и хочется, и колется, но, слава богу, тут мозгов-то хватит не предать. И какие действия по отношению к нему она планирует, и какие реально совершает. Она, конечно, хочет прийти сама к нему, да, и все сказать, рассказать, но
она планирует одно, а получается другое. То есть отношения хотят разного, как-то быстро неудовлетворенно ей не нравится, но по факту ничего-то делать она не будет. Все в стабильности останется, все останется, как вот, в принципе, как мужчина и планировал. Лучше не бередить, не провоцировать осиное гнездо. Какие отношения он способен и не способен дать? Способен дать скандал. Это запросто. Не способен. Тут хорошо, что он не способен завидовать женщине. А женщина, может быть, тут и лучше, и больше, и интересней зарабатывает. И у нее это получается легче, чем у мужчины. Слава богу, он осознает, что не стоит в этом завидовать. Осознает, что самому надо развиваться и расти, да, женщины. Какие отношения она способна и не способна дать? Способна, не способна? Ага, она способна поддерживать мужчину, чтобы он был на коне, подавать ему, так сказать, снаряды, чтобы он стрелял. Не способна растворяться в нем и давать ему действовать так, как он хочет. Все-таки она так в некотором роде умеет свою слабость делать силой. Поэтому она, может быть, даже и посильнее бывает его, но делает вид, что это он сильный. Вот такая вот умная женщина. Мудрая и хитрая, да? А что он ждет от нее? Подчинение, что она ждет, что он будет всегда идти ей навстречу. Что, как, вот, как она скажет, да, что она с ним сманипулирует, он всегда будет идти навстречу. В принципе, пока так и выходит. Как бы она от него ни просила, ни мытьем-то катанем, ни одним методом, так другим. И давайте посмотрим про динамику отношений. Он, она и что между ними будет в задуманный срок. Он, она, что между ними будет в задуманный срок. Ну, так и останутся официальные отношения. Она, конечно, понимает, что не получает она то, чего хочет. Хочет больше, хочет лучше. Может быть, немножечко по-другому, но с ним же. Он скрывается, закрывается. Не понимает, как с этим взаимодействовать. Вроде как все дал, дай мне уже отдохнуть. Тут, ну, я вот такая вот темная лошадка, левая пятка ноги придумает, я сделаю. То есть человеку бы отдохнуть бы и вообще хочется чего-то новенького и пойти в что-то другое. А я еще даже сам пока не знаю, что хочу, поэтому вот такие мотивы, намерения скрываю. И что в результате будет, что происходит у нас в загаданном, задуманном сроке, так это все равно официальные отношения и все равно какие-то молчаливые, но требования. То есть женщина не сдвигается, не будет благосклонности женской к мужчине, пока не выполнены будут какие-либо требования, причем уже не такие, что я тебя прошу, а просто молча. Будет полочка, само все произойдет, ты сам все поймешь и осознаешь. Пока вот такие вот отношения на будущее вам идут. Ну что, ребят, кому нужен подробный расклад, все ссылки в описании написаны. Всех жду на индивидуальных раскладах. На ритуалах гармонизации, на рунических ставах. Не забудьте подписаться обязательно, поставить лайк, написать, какую колоду выбрали и как у вас проигрались отношения. Ну что, завершаемся. Всех люблю, обнимаю. Желаю вам удачного дня. Пока-пока.